мир и бытие общее существует или не существует? Xin chào cả nhà, hôm nay thì mình sẽ lên những cái mẫu kính mới vừa về để giới thiệu cho mọi người. Đồng thời ngay đầu live sẽ sale kính cho những ai có đang xem livestream, chia sẻ livestream giúp mình nha. Rồi đợi mọi người vô đông đông chia sẻ livestream rồi mình sẽ lên mẫu sale cho mọi người. Lưu ý chia sẻ livestream, mọi người nhớ chia sẻ livestream lên trên cá nhân và chia sẻ vào trong các hội nhóm giúp mình. Rồi ai đang xem livestream chia sẻ livestream nha mọi người ơi. Hello, hello mọi người. Xin chào mọi người. Ai vào livestream rồi cho mình xin một cái dấu chấm nha mọi người ơi. Tên yêu nào vào livestream rồi để lại cho mình xin một cái dấu chấm tương tác. Đồng thời chia sẻ livestream giúp mình. Chia sẻ livestream, mình không có cần mọi người phải chia sẻ livestream nhiều. Mình chia sẻ livestream trên trang cá nhân ít nhất một lần và chia sẻ vào trong 3 đến 5 hội nhóm khác về gần nhất. Nói bằng miệng thì không có. But I am absolutely sure that our influence on the free choice of American people was extremely zero.
Вы слышите меня, Россия? Прием! А вы готовы? Мы не разбудили Лосева. Но в целом все готово. Отлично! В добрый путь! Все гуляем? А как же муж? Твое блядское отношение просто надоело. Пьяная за рулем, зашибись. Опустела без тебя земля. Разбить мне все лицо. Спасибо. Когда уже закончатся твои пьянки? Тебе самому не надоело? Съездим сегодня в печатники. Посмотрим фильмы. Потом любовь. Коля, это Лена. У меня нет денег. Милый, я тебя сильно люблю.
Значит, мир зависит сам от себя? Да. Значит, мир творит сам себя? Да. Значит, мир управляет сам собою? Да. Так позвольте. Это же Бог. Бог же и есть начало такое, которое творит все, которое ни от чего не зависит, потому что ничего кроме Бога нет, которое все впервые творит. Почему? Потому что без Бога ничего другого и нет, и быть не может. Укажите ваши координаты, прием. Укажите ваше направление. Бог с вами, прием. Сейчас вы летите в обратную сторону. Вернитесь назад на 8 часов. Вас понял. Скоординируйте меня из варягов в греки. Прием. Сейчас на 10 часов. Вас понял. Прием. Теперь обратно на 1 час. Вас понял. На 1 час. Теперь немного налево. Пожалуйста, прямо. 1.5 сантиметра чуть направо. Еще немножко. Налево. Да, вы на правильном пути к цели. Сильное течение. Поверните направо. Налево. Еще налево. Да. Держите это направление. Есть контакт. Я близок. Ожидайте встречи. Конец связи.
Вот еще один день. Еще один логос бытия просчитан. Можно и проводить его. Вечеринка великого существа. Положение вещей. Мне не нравятся листва. Мне поэтически жаль не слитую в единое каплю существа. Рой евразийский. Рой персонажей общей души. Отдохните от косморитуальных ристалищ. Кружитесь вокруг благой проявленной матери Кибелы и выполняйте общее дело. Что, если их собрать воедино и явить в целом, а благую проявленность пантеонально и иерархически атомизировать, как в человеке бы дома жить стали? Что бы тогда было? И сердцу, где лишь стыд да страх, нет грезы ласково обманней, чем стать кристаллом при свечах в лиловом холоде мерцаний. Ночью был такой прорыв. Я внезапно понял, что паралогизм – это собачья чушь. Я внезапно понял, как устроена Вселенная, и с этим пониманием и сегодня живу. Я понял, что есть великое существо, которое объемлет все состояния логоса, и оно абсолютно не свободно, и оно распято внутри самого себя. И шанс есть только у тех, кто обитает на отражениях этого существа, находящихся на таком удалении от него, на котором появляется возможность десинхронизации, рассинхронизации, и вместе с тем на такой близости, чтобы еще сохранялась архетипическая аналогия, потому что дальше эта десинхронизация, она теряет всякий смысл, потому что там уже абсурдные такие абстрактные формы плавают, хаос плавает. Техномагическая субстанция, поэзия или логика среди пустыни суеты и прощения, как же эту сущность не повредить? Как вылечиться? Боже, помоги!